Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мария Мистик. Сегодня 7 октября 2024 года. По совету подписчиков моего канала в Яндекс.Цен я в гнездо добавила крупные опилки для того, чтобы было самочке и птенцу удобнее расти, развиваться. У нас по-прежнему пока только один птенчик, которого мама хорошо кормит, зобик у него полный. Два яйца лежат, возможно, они не оплодотворенные. Может быть, это будет единственный птенчик в этом сезоне, которого я не планирую продавать. Если это будет самец, я попробую его отселить в отдельную клеточку и, приручая к рукам, научить его разговаривать, отселить от родителей пораньше, в детском возрасте. Если это будет самочка, я надеюсь, она приживется в общей стайке с родителями. Может быть, создам еще одну клеточку, другую. Посмотрим, что получится. Второе гнездо, оттуда самка, вторая самка постоянно выбрасывает яйца. Уже 4 яйца были выброшены из гнезда на дно клетки. Я сначала думала, что это они там откладывают яйца на дне клетки. Теперь мне почему-то так кажется, что они их выкидывают из гнезда. Трудно сказать. В этом гнезде изначально были вот мной найдены несколько дней назад 3 яйца, из которых уже вот птенчик вылупился, защебетал. Я обратила на это внимание, проверила гнездо, и 2 дня назад там был один птенец и 2 яйца. Может быть, больше не будет птенчиков, может быть, эти яйца неплодотворенные. Время покажет. Одним словом, утеплила и сделала более уютным гнездышко. Надеюсь, самка на это отреагирует положительно. На этом пока все новости. Прощаюсь с вами ненадолго. Завтра, да, точнее даже сегодня, 7 октября, увидимся с вами в новых видео. У меня новый питомец. Это аквариумная рыбка. Посмотрим, какая рыбка. Если вам интересно, оставайтесь с нами. До новых встреч на канале питомника Мария Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам.